Здрасте. Ну, рассказывай что-нибудь, чтобы не терять динамику. Когда ты здесь был последний раз? Неделю назад. Неделю назад, да? Да, я надеюсь, что хоть сейчас увижу сына. И тебя не пустили, да? Нет, не пустили. А на каком основании еще не говорили? На основании, что ребенок в плохом психологическом состоянии. В плохом психологическом состоянии ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот звонили только что Кузькина, она сказала, что он может отец увидеться с ребенком. Я был это полицейским. Говорит, что нет препятствий, что мы хотели. Вот он? Да. А вы не созванивались с директором? Да нет, мы не созванивались. Вот так спонтанно приехали, хотели узнать, именно чтобы увиделся все-таки. А вот сейчас. Я Денисов, я юрист представительства Украинского Красного Центра Верховной Рады Украины. Не терять динамику. Значит, был ты здесь неделю назад, и что сказали? Сказали, что ребенок находится в психологическом состоянии, которое не позволяет встречаться на данный момент. А кто сказал фамилию закона? Нет, дежурная выходила. Просто дежурная вышла и сказала, что не пускает, и все. А ты не напомнил слова нашего президента, который сказал, каждый ребенок должен жить в своей семье? Я это сегодня только вспомнил. Каждый ребенок там дословно написан. Уже в последнее время у меня мысли только о детях, о ребенке, которых забирают. Как ты думаешь, увидим мы сейчас как его зовут, я забыл? Артур. Артур. Я надеюсь. Красивое имя. Я надеюсь на это. Увидим, да? Я вот уже что-то уверен на 100%, что мы его увидим.